Добрый день! В прямом эфире ННТВ свою работу начинает видеоканал «Здравствуйте». Это программа о здоровье и обо всем, что с этим связано. Ежегодно с 1988 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения 1 декабря, первый день зимы, отмечается как Всемирный день борьбы со СПИДом, синдромом приобретенного иммунодефицита. Ну, эта дата была установлена с целью привлечь внимание общественности, широкой общественности к проблеме ВИЧ-инфекции и, соответственно, распространяющейся по планете, и, соответственно, к мерам профилактики прежде всего. Россия, конечно, не исключение. Не исключение Нижний Новгород, Нижегородская область. Распространяется ВИЧ-инфекция и у нас. И поскольку наша программа выходит накануне 1 декабря, буквально вот за неделю, то, естественно, выпуск этот и будет посвящен данной теме. С удовольствием представляю мою сегодняшнюю гостью. Наталья Николаевна Сидорова, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Нижегородской государственной медицинской академии, заместитель главного врача по организационно-методической и профилактической работе Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Здравствуйте. Здравствуйте. Много регалий, дорогие друзья, замечательный сегодня у меня специалист в гостях. Ну и если кто-то не знает вот о том, что такой центр у нас существует, буквально несколько слов. Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД. Это лечебно-диагностическое учреждение, где можно, собственно, пройти тестирование, сдать анализы на инфекции. И, соответственно, если необходимо лечение, то вот лечение ВИЧ-инфицированных людей осуществляется также при центре. Ну, к тому же еще есть вакцинация, лечение других заболеваний. Но вот сегодня мы говорим именно о данной проблеме. И, конечно, приглашаю вас, уважаемые телезрители, задавать вопросы моей гости. Конечно, тема такая, вроде бы, немножечко интимную сторону затрагивает. Но, пожалуйста, звоните, потому что на самом-то деле все очень важно. То, что сейчас происходит, это нужно знать, нужно ориентироваться во многих вопросах. 4-3-4-3-4-7-7 наш телефон. Направляйте нашу беседу. Ну, а мы давайте с вами, пожалуй, вот с чего начнем. Действительно, вот день 1 декабря такой, в общем-то, известный. Вот в интернете все желающие могут найти информацию по поводу, как был основан день, да, что он поддержал и так далее. Но все-таки вот что касается нас, да, что касается нашей страны. Вот я знаю, что каждый год этот день, да, как бы день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами. Вот какой девиз в этом году и вот что изменилось, вот с какими, так сказать, мыслями вот к этому дню подходите вы в этом году? Да, действительно, день борьбы со СПИДом проходит под разными девизами, и этому есть определенные основания. Например, в 2004 году, когда произошла феминизация эпидемии ВИЧ-инфекции, возник вопрос об увеличении количества женщин ВИЧ-инфицированных среди всех вновь выявленных ВИЧ-инфицированных лиц. И тогда, например, день 1 декабря проводился под лозунгом «Женщины, девушки, ВИЧ-СПИД». Угу. В 2016 году изменилась немножко ситуация. И в результате того, что на сегодня в первую очередь выступает на момент профилактики, проводится под девизом «Я за профилактику ВИЧ-инфекции». Ведь ВИЧ-инфекция – это, к сожалению, хроническое, инфекционное и неизлечимое заболевание. Поэтому только ответственное отношение к своей жизни, к своему здоровью, к здоровью своих близких и любимых людей может предотвратить распространение этого заболевания. Ну, значит, соответственно, меняется ситуация достаточно быстро, да, и как бы число меняется ВИЧ-инфицированных, как бы за этим, в общем-то, следят все, я думаю, потому что вот не так давно, буквально вот в течение месяца прогремела информация о том, что вот у нас в Екатеринбурге, да, уже вот такая вот действительно настоящая эпидемия, каждый 50-й заболевший, и первое место занимает Свердловская область по вот числу, да, заболеваний ВИЧ. Какая ситуация сейчас? Вот, вот последние данные какие? По ситуации в России, может быть, у нас в области, прежде всего, в нашем городе? Ну, Екатеринбург действительно это единственный город, который заявил о наличии эпидемии на их территории. На территории Российской Федерации действительно количество ВИЧ-инфицированных растет. Но ведь заболевание неизлечимое и хроническое, поэтому естественно, что количество людей с этим заболеванием увеличивается. На сегодня, на 1 сентября 2016 года, по Российской Федерации всего было зарегистрировано больше миллиона людей, у которых поставлен диагноз ВИЧ-инфекция. Угу. Вместе с тем, за
9 месяцев 2016 года было зарегистрировано 75 тысяч новых случаев по Российской Федерации. Новые всего вот за это количество месяцев? То есть... Да, всего за 9 месяцев 2016 года. На территории Нижегородской области ситуация такова, что всего зарегистрировано более 21 тысячи случаев населения. Это составляет примерно 2% от всех случаев, зарегистрированных по Российской Федерации. При этом Нижегородская область, она занимает 31 место по числу ВИЧ-инфицированных всех на территории Российской Федерации. Ну, то есть вот в том списке, когда Екатеринбург, Свердловская область, соответственно, первые, мы даже в десятку не попадаем. Мы не попадаем ни в десятку, и даже в двадцатку. Мы находимся уже на 31 месте. Хорошая у нас такая ситуация относительно других регионов. Да, а по числу лиц, которые умерли от СПИДа, мы находимся на 70 месте среди всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, надо сказать, что на территории Российской Федерации отмечен небольшой рост в этом году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%. На территории Нижегородской области пока за 10 месяцев текущего года отмечается снижение на 20% показателей заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Заболевать стали меньше, да? Заражаться стали меньше, но все-таки заражаются. То есть расслабляться нам не нужно? Расслабляться нам не нужно, поскольку в настоящее время у нас основной путь приоритетной передачи – это половой путь, то есть это незащищенные гетеросексуальные контакты. Кроме того, наиболее часто случаи ВИЧ-инфекции выявляются в сексуально активном, социально активном, фертильном возрасте от 20 до 49 лет. Удельный вес таких лиц составляет на территории нашей области 69% за 2016 год. 69% среди, скажем так, благополучного молодых, населения. Активных, благополучного населения. Работающие семьи. Работающего, социально активного. При этом в настоящее время у нас практически 50 на 50 выявляются случаи как среди работающего населения, так и среди неработающего населения. И поэтому в настоящее время это ВИЧ-инфекция облачена в миф определенный, потому что эпидемия начиналась у нас в 90-м году. Тогда действительно случаи ВИЧ-инфекции регистрировались в основном среди лиц, потребляющих инъекционные наркотики. Распространение происходило в этой среде. И 90% всех случаев регистрировались у нас среди молодежи и среди подростков. В настоящее время ситуация изменилась, и уже случаи ВИЧ-инфекции вышли в общее население. И на сегодня социально активное население болеет так же активно, как и нет. Ну, то есть 40-летний человек, вот как бы совершенно благополучный, да, человек в семье, ну, мало ли что бывает в жизни, вот он вполне может, на самом деле, найти вот такое приключение. Бывают абсолютно разные случаи, потому что ВИЧ-инфекция, у нее специфические пути передачи. Это через кровь, это при незащищенных сексуальных контактах, а также от матери к ребенку, то есть вертикальным путем в период беременности, родов или грудного вскармливания от ВИЧ-инфицированной матери. И учитывая эти пути, конечно, медицина не может одна справиться с этой проблемой, и необходимы усилия всего населения для распространения противодействия ВИЧ-СПИДа. И как раз 1 декабря – это тот день, который необходим для усиления информирования населения, для привлечения его внимания, чтобы можно было рассказать о путях передачи и о том, что это касается абсолютно каждого человека. Ну, собственно, вот 1 декабря я понимаю, что есть какие-то большие планы. У вас расскажите, может быть, какие-то особенные мероприятия или вот что планируется делать? Конечно, 1 декабря происходит большое количество массовых мероприятий, причем при участии различных ведомств. И участвует правительство Нижегородской области, Министерство здравоохранения Нижегородской области, Управление Роспотребнадзора. Вот, привлекается, конечно, да, некоммерческие организации для проведения различных мероприятий, а также Министерство образования Нижегородской области, у которых есть своя программа для обучения детей и подростков вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Соответственно, в общем-то, вот у нас пройдет городу... очень много массовых мероприятий. 1 декабря будет мероприятие, круглый стол организован, посвященный 1 декабрю, которым тоже мы для населения в средствах массовой информации будем рассказывать о вопросах ВИЧ-инфекции, о ситуации по ВИЧ-инфекции на территории Нижегородской области, об условиях ее распространения и какие же меры профилактики существуют. Кроме того, будут массовые мероприятия проведены на улице Свердлова. Желающие могут прийти протестировать. Аналогичное мероприятие будет проходить у нас. А где нас Свердлова? Давайте тогда поконкретнее, чтобы, значит, бесплатно. Вот опять же, как бы такой момент. Если что-то бесплатно и как бы без особых усилий, может быть, кто-то вот из наших телезрителей, ну, так скорее вот, всего, это будет в районе Театральной площади. В районе Театральной площади. Кроме того, в этот же день у нас будет такое же мероприятие проводиться в Политехническом институте, в Сбербанке, то есть на крупных предприятиях. А накануне 30 ноября такое же мероприятие будет проводиться на железной дороге.
как у крупного работодателя. Значит, в общем-то, вот это вот как бы так бесплатное тестирование вот в эти дни возможно, и кто-то, кто хочет принять участие, так сказать, не приезжать в центр СПИДа, а вот просто попробовать принять участие как в акции, да, вот такая возможность есть. Конечно. Но в связи с этим вот тоже хочется поговорить, наверное, немного об этом, потому что вот мы говорим о том, что с 2017 года тоже информация муссируется в новостях, планируется Министерством здравоохранения, что в рамках диспансеризации все мы как бы будем проходить вот этот анализ на ВИЧ. Ну, пока вот не указывается конкретно, как, вот, да, в какие сроки это будет, но вот 2017 год. Если анализ становится обязательным, то мы понимаем, что если вот люди, например, живут и не знают, что у них такое заболевание, а таких, как мы выясняем, ну, все-таки они есть у нас, да, то какого вот количество, что ли, заболевших могут ждать нижегородские специалисты? Ну, вот хотя бы какие-то прикидки вот такие делали все-таки сотрудники. Ну, потому что что? Все-таки если не все выявлены на сегодняшний день, а так и есть, да, как бы кто-то не знает, что у него ВИЧ, что вот об этом нижегородские специалисты говорят? Конечно, широкое обследование населения это является очень важной мерой, потому что чем больше проводится обследование, тем больше выявлено лиц с ВИЧ-инфекцией, тем раньше им может начато быть профилактические мероприятия и лечение при необходимости. То есть человек, который своевременно выявляется, он своевременно получает все мероприятия. И даже если ему не необходимо на данный момент лечение, то ему необходимо наблюдение в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, который является единственной на сегодня в Нижегородской области организацией, которая занимается таким родом проблемами. Но на сегодня законодательство таково, что обязать всех обследоваться полностью на ВИЧ-инфекцию, наверное, не приходится. Хотя к этому стремиться нужно, потому что это очень важная проблема. Ну, вы ушли так от ответа. Неизвестно сколько. Вот на самом деле, ну, неизвестно. То есть вот что? Ну, по эпидемиологическим данным, как правило, считается, что среди выявленных, вот невыявленных, где-то порядка раза в 2-3 больше. Раза в 2-3, возможно, больше. Ну вот по поводу еще тестирования, вот очень тоже любопытно. Дело в том, что были уже у нас в гостях специалисты Центра по борьбе со СПИДом как раз тогда, когда мы анонсировали, что в Нижнем Новгороде будет проходить, дошла до Нижнего Новгорода всероссийская акция, да, которая проходила в торговом центре «Муравей» с 25 октября по 6 ноября. Вот 13 дней там специалисты Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, собственно, что, проводили консультирование, да, оценивали риски людей, анонимно совершенно обращающихся, и бесплатно, анонимно и бесплатно, соответственно, общались, и все желающие могли протестироваться. Экспресс-тест, 15 минут, кровь, анализ. Вот я знаю, что были у вас, конечно, посетители, был интерес к этому, и были тестируемые. Вот как прошла акция, и что за результаты все-таки вот показала? Интерес к акции оказался достаточно высокий. Действительно, эта всероссийская акция проводилась в 10 приоритетных городах Российской Федерации. Началась она в Иркутске, закончилась она у нас. Проводилась действительно в течение 13 дней, где проводилось консультирование и анонимное тестирование всех лиц, которые хотели протестироваться на ВИЧ-инфекцию. Но, как оказалось, те, кто консультированы были, те и захотели провести. Ну, понятно. Когда разъяснили о необходимости, да? Конечно. Было значительное широкомасштабно информированные в средствах массовой информации о проведении данной акции. Вот. Опять же, с участием правительства Нижегородской области, Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора. А также у нас активными участниками данного мероприятия стали благотворительный фонд СТЭП и некоммерческая организация «Доверие», которые, собственно говоря, представили волонтеров, которые приглашали население, объясняли им необходимость тестирования, раздавали флаеры и информировали население. Мы организовывали вот этот вот поток, да, который к вам шел. Да. Но население Нижегородской области оказалось достаточно активным, и у нас протестировалось всего 2251 человек. Вот за эти 13? За эти 13 дней, и мы вошли в пятерку городов, в которых произошло наиболее активное тестирование населения на ВИЧ-инфекцию. Вместе с Уфой, с Барнаулом, с Пермью. Так, число тех, кто протестировался, вот вы назвали. Кто из них получил вот этот неблагополучный положительный результат теста? Сколько человек? Получил неблагополучный результат 50 человек. Но надо сказать, что треть часть из этих людей после того, как проводилось тестирование, признавались в том, что они пришли перепроверить свой диагноз, зная, что они уже стоят на учете в
в Центре по борьбе, профилактике и борьбе со СПИДом в Нижегородской области или в других регионах, им захотелось все-таки перепроверить, а правда ли это. Понятно. И поэтому практически воспользовались такой возможностью. Воспользовались моментом. Ну, 50, тут как бы, ну, пусть даже треть. Это фактически 2% от всех людей, которые решились протестироваться. Надо сказать, что наиболее активно слили женщины. Но при этом наибольшая выявляемость случаев положительных результатов анализов была среди мужчин. Она составила порядка 75%. Вот так. Женщин Кстати, все-таки было меньше. Женщин было меньше, хотя шли и обращались они больше. Самые младшие участники этой всероссийской акции были 15-летние подростки, потому что детей мы не принимали на такое тестирование без разрешения взрослых. Вот. А самый взрослый участник – это 1940 года. 40-го года? Ну, да. Это прекрасно. Поэтому даже если такие люди у нас, в общем-то, хотят провериться, что же замечательно. Вероятно, очень действительно ответственное отношение к своему здоровью и к людям, что захотели протестироваться, доверились и прошли вот это вот исследование на ВИЧ-инфекцию. Вот. Ну, а наиболее активный возраст – это 20-29 лет. Угу. Среди этой возрастной группы прошло порядка 47%. 30-39 лет пришли порядка 23%. И очень активно шла молодежь. Молодежь. Все-таки как бы, ну да, основное такое активное наше, да? Но опять же, все эпидемиологические обычные данные подтвердились, и наиболее чаще положительные результаты этого вида исследования, они были в возрастной группе 20-29, 30-39 лет. Тем не менее, а какие-нибудь неожиданности, что вот в возрастной, допустим, группе какой-то большой? Неожиданности не было, потому что у нас ВИЧ-инфекции нет возрастного ценза. К сожалению, у нас ВИЧ-инфекция регистрируется абсолютно во всех возрастах, и возрастных ограничений у нее никаких нет. Понятно. Спасибо. Мы продолжим буквально после некоторой паузы. Есть новости у нас в программе. А потом все-таки продолжим. Еще вопросы я задаю по акции. И потом, в общем-то, что же делать с вот этими результатами, как быть и как, собственно, получить профилактику от ВИЧ-инфекции. Давайте посмотрим. Росздравнадзор опубликовал на сайте памятку для пациентов, нуждающихся в обезболивании. В ней отражены изменения в законодательстве по вопросам назначения, выписки и получения обезболивающих препаратов. Для разъяснения и решения проблем, связанных с получением лекарств и выявления нарушений, организована круглосуточная бесплатная горячая линия. Телефон 8 800 500 1835. В рамках Конгресса «Иммунобиологический щит России» врачи и чиновники продолжили обсуждение возможности ввести наказание для родителей, отказавшихся от вакцинации детей. Сегодня по национальному календарю прививок вакцинируют от 12 заболеваний. В 2019 году в него хотят добавить вакцины от ветряной оспы и ротовирусной инфекции. На это потребуется почти 17 миллиардов рублей. Сибирские ученые нашли способ ранней диагностики и прогнозирования течения болезни сердца до возникновения клинических признаков. По генетическому маркеру, выявлению специфической молекулы белка, что приводит к гибели клеток миокарда и включается в патогенез развития ишемии и сердечной недостаточности. Это позволит повысить эффективность лечения. Диагностика уже ведется в Томском НИИ кардиологии. В Китае в Сучанском университете начались клинические испытания генной терапии в онкологии. Впервые в мире из крови пациента с раком легких изъяли Т-клетки и блокировали ген, что кодирует белок, тормозящий иммунную реакцию. Затем измененные клетки ввели пациенту обратно. Ученые считают, они могут побороть рак. Модификации генома подвергнутся 10 человек. Специалисты будут наблюдать их в течение полугода. В университете Иллинойса доказали, недостаток сна вредит почкам. В исследовании приняли участие около 500 пациентов с хронической болезнью почек. На протяжении 5 лет с помощью специальных браслетов ученые измеряли продолжительность их сна и наблюдали за состоянием. В среднем ночной сон продолжался 6,5 часов. Каждый дополнительный час сна снижал риск развития почечной недостаточности на 19%. Мы снова в студии видеоканала «Здравствуйте». Сегодня у меня в гостях Наталья Николаевна Сидорова, врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Нижегородской государственной медицинской академии и заместитель главного врача по организационно-методической и профилактической работе Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Вот, дорогие друзья, мы говорим сегодня о профилактике ВИЧ-инфекции. Да, вот сейчас как раз подробнее будем говорить. Но есть у нас звонок от телезрителя. Давайте сначала ответим на него. Алло?
Алло, мы слушаем вас. У меня такой вопрос. Через какое время у инфицированного ВИЧ человека развивается СПИД? И в каких случаях развивается, а в каких нет? Спасибо. Услышали вопрос, да? Да, конечно. Спасибо вам большое за вопрос. В настоящее время СПИД или синдром пробужденного иммунодефицита – это конечная или терминальная стадия ВИЧ-инфекции. То есть это всего лишь конечная стадия, которая, в принципе, может достигаться всегда. Угу. На сегодня развитие этой терминальной стадии, если человек не обращался, если он не находился под наблюдением, к сожалению, у врача, если у него не проводилась антиретровирусная терапия, то такое время может наступить через 10-15 лет. 10-15 лет. Это как минимум, как максимум, то есть вот, если мы ориентируемся. Ну, где-то как максимум. Как максимум. Правда ли, что, вот тоже задам вопрос, правда ли, что дети, рожденные вот ВИЧ-инфицированными, да, когда вот такое вот заражение внутриутробное произошло, все-таки, несмотря на то, что врачи очень много сейчас могут сделать для того, чтобы такого не было, то вот у них как раз СПИД возникает гораздо раньше, и вот через 5 лет, так это нет? Да, у них процесс протекания ВИЧ-инфекции проходит очень острый, и они могут погибнуть от этой инфекции, если она не лечена, и гораздо раньше. Ну, то есть вот взрослые, значит, соответственно, вот это, угу, и дети такое. Давайте мы с вами вернемся вот к той акции, которая проходила в Нижнем Новгороде. Вот мы сказали, что выявлены новые инфицированные. Я так понимаю, что уж если плюсик в анализе, то что врачи рекомендовали прийти и пройти более полноценное исследование? Экспресс-тест – это прям вот не 100% на 100% четкий результат? Или все-таки четкий, но нужно что-то дополнительное делать? Кто к вам пришел после акции, вот так сказать, сдаваться? После акции пришли практически все лица, которые были выявлены с положительным результатом. Но естественно, что экспресс-тестирование – это только предварительный этап, который устанавливает наличие антител. Это просто быстрый тест, который можно провести без лабораторного оборудования, как скрининговое, при котором можно оценить общую обстановку. Но никогда по результатам экспресс-тестирования не ставится диагноз ВИЧ-инфекция, угу, и даже не ставится предварительный диагноз ВИЧ-инфекция. Просто по результатам положительного теста рекомендуется обязательно прийти в центр профилактики и борьбы со СПИДом, дается направление, и там его с удовольствием ждут специалисты, наши психологи, инфекционисты, эпидемиологи, которые уже будут проводить тестирование обычным стандартным клиническим методом. Это золотой стандарт для постановки диагноза ВИЧ-инфекция. И если там анализ окажется тоже положительный, то тогда уже только после этого будет проведен подтверждающий тест, который называется иммунный блот, уже для установления гарантированного диагноза ВИЧ-инфекции. Mm-hmm. Поэтому этапа до постановки диагноза наличие одного экспресс-теста недостаточно. Хотя эти тесты достаточно хороши. Их плюс в том, что можно быстро провести тестирование и провести скрининговый отбор людей, которые, возможно, являются потенциально ВИЧ-инфицированными. Mm-hmm. Потому что на результат таких тестов влияет несколько факторов. Бывает, что при беременности бывают положительные результаты, бывает, что у людей, у которых онкологические заболевания, бывают положительные результаты. Mm-hmm. Поэтому обязательно нужно, необходимо приходить к специалисту в центр на консультацию для того, чтобы устанавливали клинические признаки, для того, чтобы узнавали эпидемиологический анамнез, причины действительно возможного инфицирования, были ли такие причины, были ли такие условия. И только после клинического осмотра и повторного лабораторного анализа можно будет говорить о возможном наличии ВИЧ-инфекции, а затем ее подтверждение. Угу, спасибо. Есть еще вопрос, Наталья Николаевна? Давайте будем отвечать. Да. Алло. Конечно. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, много ли в Нижнем Новгороде ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних и должна ли проходить какая-нибудь профилактическая работа в школах? Спасибо. Ну, это плохо достаточно слышно было. Я про несовершеннолетних, да? Да. И... Угу. У нас на учете стоит 206 человек. Несовершеннолетние. Детей, из них 21 подросток, это несовершеннолетние дети, вот, которые стоят на учете по ВИЧ-инфекции. При этом, конечно, с ними проводится огромная профилактическая работа, потому что я знаю, что у Министерства образования есть своя программа, которая опробирована и внедрена уже на территории каждой школы, и там проводятся мероприятия по ВИЧ-инфекции. Кроме того, мы в том году совместно с ними создали видеоролик для детей, очень адаптированный для детского населения, очень понятный, который рассказывает о самой ВИЧ-инфекции и о мерах ее профилактики. Ну и в этом году, опять же, мы создали буклеты замечательные, красивые, яркие, которые тоже мы будем отправлять совместно с Министерством образования, который одобрил нам
эти наши продукцию. Для школ, да? Для школ, им для школ, для подростков, потому что все-таки отношение к ним особое, объяснять им нужно по-особенному, тактично, для того, чтобы можно по-особенному было, да, рассказать и донести до ребенка такую серьезную очень проблему. Вот. И в этом году вот как раз у нас сейчас ушли в печать такие материалы, и мы будем раздавать в школах. Ясно. Спасибо, исчерпывающий ответ. Хотела бы еще раз спросить вот тех вновь прибывших, значит, с выявленной ВИЧ-инфекцией на тестировании. Шок был для людей? Вот скажите, все-таки вот вы непосредственно, так сказать, к этому имеете отношение? Да, конечно. Шок. Для любого человека, который приходит и у которого идет подозрение на ВИЧ-инфекцию, а потом ее подтверждение, конечно, вызывает шоковое состояние. Это состояние, наверное, продиктовано тем, что существует очень много мифов вокруг ВИЧ-инфекции. Ведь ВИЧ-инфекция – это заболевание, при котором ничего не болит. Когда вирус попадает в организм человека, симптомов нет. Человек порезался, ему больно. Человек заболел гриппом, он кашляет, чихает, прячется ото всех. Он понимает, что он болен. При ВИЧ-инфекции такого ощущения не возникает. И очень часто при такой ситуации была рискованная ситуация, человек не связывает ее с возможностью заражения ВИЧ-инфекцией, он продолжает себе спокойно жить, заниматься своими делами, потому что его ничего при этом пока не беспокоит. И выявляется этот человек, либо когда он направляется в больницу на госпитализацию, либо обращается по каким-то другим причинам, и его обследуют на ВИЧ-инфекцию. Поэтому, конечно, это шок, это всегда внезапно. И для тех людей, которые получали положительные результаты на тестирование тоже было это шоком, потому что у нас было три молодые пары, которые совершенно случайно только на нашей акции узнали о своем положительном результате. Но, к счастью, они до нас дошли, и, в общем-то, мы теперь сможем им помочь. По крайней мере, да, под контролем, и уже здесь будете разбираться с этой ситуацией. Ну что ж, действительно, лучше об этом, так сказать, знать раньше, я так понимаю, потому что чем при более раннем обращении к врачу, вот очень многие неблагоприятные последствия купируются, да, возможно, купирование. Дорогие друзья, давайте мы с вами посмотрим рубрику «Календарь здоровья», прогнозы для людей метеоучислительных. Потом вновь вернемся в студию и поговорим о профилактике. Все-таки еще раз о профилактике ВИЧ-инфекции. В ближайшие дни синоптики обещают облачную погоду и снег. В воскресенье минус один днем, а с понедельника на вторник резкое похолодание до 14 градусов мороза. Смена атмосферного фронта будет сопровождаться неблагоприятным для метеочувствительных людей перепадом атмосферного давления. В воскресенье и в понедельник давление пониженное. Со вторника в пределах нормы и выше. Следует себя поберечь. Геомагнитная обстановка с 21 ноября складывалась несколько иначе, чем прогнозировали специалисты. Рост интенсивности возмущения магнитосферы Земли пришелся не на начало, а на середину недели. Магнитное поле Земли будет возмущенным и слабо возмущенным до вечера субботы 26 ноября. Затем, предположительно, вплоть до 7 декабря, вероятность магнитных бурь небольшая, порядка 15%. В ближайшие дни период бальзамической луны. Луна убывает, уменьшается энергия живых клеток и тканей. Организм расслабляется, снижается наша активность. Меняется эмоциональный фон, возможны перепады настроения, проявления апатии, эффективнее действуют процедуры очищения. Вторник и среда – дни новолуния. Считается, в эти дни человек становится более внушаемым, также выше риск пищевых отравлений. Это видеоканал «Здравствуйте». Сегодня у меня в гостях Наталья Николаевна Сидорова, врач-эпидемиолог, и мы говорим вот о профилактике ВИЧ-инфекции. Ну, вот давайте четко, да, все-таки на самом деле скажем. Знать об этом нужно всем. А предохраняться, если все-таки как бы чувствуете, что при половых контактах возможны какие-то вот такие моменты, да, если там, ну не дай бог, там действительно существует этот риск, предохраняться обязательно. В этом, по сути, и есть вот главные шаги профилактики. Да. Знать и тестироваться, и, так сказать, защищаться. Да, конечно. Это основные постулаты профилактики ВИЧ-инфекции, потому что диагностика, она нужна, она важна. Это единственное мероприятие, при котором можно своевременно выявить эту инфекцию. И, как и любое хроническое заболевание, это заболевание наносит очень серьезный ущерб здоровью. Поэтому, чтобы этого не происходило, чтобы жить длительной, полноценной и хорошей жизнью, а при том, что в настоящее время существует антиретровирусная терапия, которую вирус не убивает, но она не позволяет ему размножаться в организме
человека. Да? Конечно, поэтому человек может жить абсолютно долгой и полноценной жизнью, а уж красивый, некрасивый, это зависит от человека, от самого. Поэтому необходимо обязательно тестироваться, если хотя бы когда-то были в жизни рискованные ситуации. Уже забыли про них, но они забыли, были, тем было не употребление менее. Наркотиков или сексуальные отношения, и вы не знаете статус своего партнера, даже если это было 2 года назад, 3 года назад, 5 года назад, приходите, протестируйтесь на ВИЧ-инфекцию, и будете знать свой ВИЧ-статусе, и будете уверены, будете в своем здоровье и здоровье окружающих своих себя людей. Опять. Конечно. Поэтому тестироваться нужно обязательно, обязательно приходите, обязательно нужно защищать себя в первую очередь, и поэтому любые контакты, отношения необходимо проводить со средствами защиты. Конечно, это идет обязательный фактор, ну а на самом деле верность партнеру – это, наверное, самый лучший постулат, который может быть в лучшее, этой жизни. О чем можно вот на самом деле сегодня говорить. Есть еще звонок, Наталья Николаевна, давайте примем. Алло. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как часто бывают ложноположительные и ложноотрицательные результаты? Спасибо. Так. Как часто... Ну, я так понимаю, как часто неправильным оказываются вот результаты? Что-то... Я бы правильнее сказала, что это не столько ложноположительный результат, а просто это результат такой лабораторной диагностики, поскольку так сделана система восприятия. То есть, когда человек сдает анализ на ВИЧ-инфекцию, первичный скрининговый, он сдает на общие белки, которые между собой при различных инфекционных заболеваниях могут быть похожи. Но когда сдают подтверждающий тест, порядка 30% не подтверждается. Поэтому обязательно нужно приходить и доводить до конца вот эти результаты исследований. Повторные исследования знать. Для того, чтобы все это... будет не повторное исследование, это делается из первой порции крови. Человек приходит, и если вдруг у него будет первичный положительный результат, эту кровь тестируется уже в специальном подтверждающем тесте. Угу. Порядка 30% не подтверждаются таких тестов. Поэтому обязательно нужно приходить, тестироваться, не бояться. Вот потому что лучше знать, лучше защищаться, лучше вовремя выявить, для того, чтобы вовремя была оказана медицинская помощь человеку. Еще вопрос, давайте ответим. Давайте. Алло, слушаем вас. Слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Николаевна, скажите, пожалуйста, вот ребеночек родился от инфицированных родителей. Вот 4 теста были отрицательные. Обязательно будет положительный тест или нет? Понятен вопрос, Наталья Николаевна. Понятен вопрос, мне понятен, но надо точно понимать, в каком возрасте были сделаны тесты и какого рода тесты, потому что маленькие детки, которые рождаются от ВИЧ-инфицированных родителей и от ВИЧ-инфицированных мам, они, если мама принимает терапию трехэтапную, то есть в период беременности, в период родов, а потом дает ребеночку в течение месяца после того, как он родился, вот, и соблюдает все рекомендации врача, потому что существует несколько схем такой терапии, то тогда, как правило, риск рождения ВИЧ-инфицированного ребенка снижается до 2%. У нас, например, в Нижегородской области в этом году из рожденных детей от ВИЧ-инфицированных матерей, рожденных в этом году, диагноз поставлен только одному ребенку, что очень хорошо. И в настоящее время лабораторная диагностика такова, что она позволяет поставить диагноз достаточно в ранние сроки. Если раньше мы ждали года и 8 месяцев, чтобы поставить окончательный диагноз ВИЧ-инфекции, потому что существовал тест ИФА, и мы ждали, пока антитела у ребенка уйдут, материнские, и мы сможем решить то, что действительно ребенок здоров или нездоров, то в настоящее время проводится ПЦР-диагностика. И если вот она была проведена правильно, то есть сразу вот много раз, да? Через не две однажды недели, да, потом еще проводятся 2 теста в 4,5 месяца. Вот. И если речь идет об этих случаях ПЦР-диагностики, тогда наш педиатр великолепный говорит о том, что мы можем говорить о том, что, скорее всего, ВИЧ-инфекции здесь не будет. Но на учете ребенок у нас до 1,5 лет все равно будет еще наблюдаться. До 1,5 лет наблюдаться, да. Но уже, по крайней мере, что все-таки здоровый. По крайней здоровый, мере, да? У него уже будет известно, да, состояние его здоровья. Если вы речь вели вот именно об этих результатах, то, скорее всего, это так. Но мне трудно судить, поскольку я результатов анализа не вижу. Частные случаи. Спасибо. Давайте все-таки вот в конце передачи, не так много, к сожалению, остается времени, но просто скажем, экстренные случаи. Вот мы понимаем, что профилактика – дело не одного дня. Нужно жить с этими убеждениями, да? нужно как бы осознать опасность, угрозу вот эту. Но тем не менее, если все-таки случилось незащищенный половой контакт, и вот человек тревожится, что ему делать, что в этой ситуации, вот куда обращаться, бежать ли, ждать ли чего-то? В этой ситуации необходимо для тестирования нужно ждать, потому что если ситуация случилась, существует такое понятие, как серонегативное окно. Это период лабораторного
окна, пространства, в которые не определяется наличие антител к вирусу иммунодефицита человека. Это чисто лабораторный... То есть сразу тестироваться бесполезно? Бесполезно. Но к врачу-то поэтому нужно сразу бежать если... или нет? А врач в это время он не сможет пока выявить эту инфекцию и подтвердить наличие или отсутствие ее. Вот не, очень часто нас спрашивают, знаете, иногда даже прямо после программы говорят, ну вот, а как-то вот, я не знаю, таблетки что ли пропить какие-то? Значит, вот те же противовирусные препараты. Если очень тревожно, нужно прийти и в первую очередь потестироваться, посмотреть состояние здоровья, какое на сегодняшний момент. И, соответственно, уже при обращении к инфекционистам или к нашим эпидемиологам, к нашему психологу и... вопрос специалисту по социальной работе, мы уже проконсультируем и будем дальше в индивидуальном порядке решать, что же делать с пациентом. Угу. Но так просто, вот таблетку не выпить и не уменьшить риск, да, уж если вы его создали себе, значит, получается, ну, вот такая неприятная. А, телефон доверия многие спрашивают, назовите, пожалуйста, чтобы да, можно было. Да, мы с удовольствием, мы ждем ваших звонков, может быть, кто-то из телезрителей постеснялся позвонить или еще пока не созрели вопросы по ВИЧ-инфекции, какие вы хотите услышать ответ на них, поэтому у нас есть телефон доверия, 36-36-91. 436-36-96-91. Звоните нам, у нас отвечает великолепный психолог, она очень специалист своего дела, и поэтому на все ваши вопросы интересующиеся можем ответить. Кроме того, если вдруг у вас нет дневного времени, чтобы позвонить и дозвониться, вы нам не можете по какой-то причине, то у нас можно написать обращение на наш сайт «Антиспид.НН», ваш вопрос, и мы с удовольствием вам на него ответим в письменном виде. Ну и что, вот для кого важна анонимность, то звонок-то тоже, собственно, анонимный, да? То есть вот как бы, звонок по крайней анонимный. Мере, представляться не обязательно? А по вопросу тестирования, если есть страх, то существует анонимное обследование. Анонимное обследование, оно бесплатно. Платное. Проводится оно ежедневно в нашем центре. Можно прийти, если очень страшно, то провести анонимное обследование. Хотя на самом деле, конечно, это не совсем правильно. Не самый лучший вариант, да? Да, лучше уже прийти честно, обследоваться. И если есть необходимость уже к проведению лечения, мы все равно не сможем делать этот человек, который провел тестирование анонимно. Все равно придется разанонимливать его и после этого уже проводить повторно все виды обследований. Большое спасибо. Ну, прям вот последний вопрос в заключение. Очень быстро, надеюсь, вы на него ответите. А мы сами, когда уже вот попадаем на лечение в центр, допустим, когда все проблемы выявлены, мы ответственно вот в основной массе своей относимся к лечению? В основной массе ответственно. То есть с этим не шутят? Люди это понимают? И уж если не они... шутят. Обязательно, если вдруг выявилась ВИЧ-инфекция, надо обязательно вставать на учет к врачу, обязательно наблюдаться у него по тем срокам, которые врач назначает, и при необходимости он назначит антиретровирусную терапию, что только продлит вам ваше здоровье. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот такой у нас был сегодня эфир. Дорогие друзья, надеюсь, что-то полезное вы для себя все-таки вынесли. Мы проанонсировали, по крайней мере, мероприятия, да, вот, которые будут проходить. Захотите, станьте, пожалуйста, участниками их. Это очень важно. Спасибо мои гости, спасибо вам за внимание. Ну и все контакты с центром СПИДа вот на сегодняшний момент, куда можно обратиться в случае чего. Спасибо. До свидания. Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями – это высокие стандарты клинической лабораторной диагностики уникальными методами исследования, консультирования и лечения, дневной стационар, психологическая помощь людям, попавшим в сложную ситуацию в связи с болезнью. Телефон доверия по СПИДу 8-831-436-3691. Информация на сайте antispidnn.ru. Улица Минина, 20/3, литер Е, на пересечении с улицей Семашко. Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.